Сегодня в стенах старейшего университета республики суматоха и непривычно шумно. БГУ распахнул свои двери для мастеров слова. Что примечательно, соревнуются в умении не студенты, для которых коридоры университета стали родными, а школьники, для которых это еще и возможность заглянуть в мир высшего образования, почувствовать атмосферу вуза. Это стало очень традиционным мероприятием, где школьники показывают свои таланты, способности не только своего разговорного китайского языка, но и свои таланты в художественно-тематических целях. До обеда проходит, студенты показывают свои знания на китайском языке, то есть они на один топик рассказывают свое видение о Китае. Потом вопросы-ответы, а после обеда уже песни на китайском языке, танцы, все, что касается китайской культуры. 12-й год подряд БГУ наполняется веселым гаммом под хор китайских песен. Кто-то репетирует в коридоре, кто-то уже готов выйти на сцену. Как одна мультинациональная семья, перебиваясь с кыргызского на китайский, а с него на русский, детишки поддерживают друг друга. 26 школьников из 14 школ Кыргызстана пришли показать свои навыки и умения. Они уверены, что это станет хорошим трамплином для их будущего. Еще одним шагом в изучении китайского языка. Джалалабадская область, Сыкульская, Ошская также представили своих лучших детей для участия в этом мероприятии. За победу школьники получат бесплатную поездку в Китай.